я тут, я не Смотри, могу давай зайти в мою группу. МВК, пин, МВК. Окей. Просто у меня нет вот этих румов, где коды есть, это пиздец просто. МВК ТВ. Да я уже зашел, я зашел. Бля, какие тупые киллы, конечно, сделал. Так он канал нубит. Почему я сразу? А давайте я скажу, кто чтобы убил. вы понимали, я шел в правую сторону с медицины, а Да, в я сторону. понял. Все, забей. А кто нашел труп? Оранжевые, черные побежали направо первые. Я стал на Да. админку, два человека находятся в оружейке, два находятся в столовой. В столовой находились розовый, красный, оранжевый, черный находились в оружейке. Справа больше никого не было. Сейчас мы кикаем оранжевого и избавляемся от импостера. Вот и все. Уточка, ты уверен? Уточка. Я думаю, что... Подожди, окей, розовый, ты где? Наверху на таске. На каком Красный с тобой? В какую сторону он убежал? таске? Да там не видно, забей, там надо подбегать. Красный, а ты где? Красный. Что? Я Че? Спросите у красного, где он. Я в муте просто сижу. Красный, где ты? Я побежал в ВО2. Я тебе хочу ВО2. Не, вот, не, вот. мы... Интересно. Стой. 5 секунд. Красный, у меня одна проблема для тебя. У тебя в ней грамматическая ошибка. Все, продолжайте. Подожди, Я должен был сказать. оранжевый, а ты где? Да, я смотри, я тебе скажу, я пошел в ВО2, начал бросать листики, начался саботаж света, его моментально подчинили. Я был в навигации, выхожу из навигации, камеры горят, и ты репортишь. Ой, ну тогда мы кикаем красного, получается. Ну, Я типа, ну объясняю, разберись если сначала, камеры... уточка. Не-не, Ты да я разобрался. килла не видно там. Давайте мы не будем кикнуть и скипнем, Так, потому нет, что нет подожди. точных доказательств. Какой скипнем? Тебе объясняют. У нас было два человека в столовой. Это был, значит, коричневый и розовый, который стоял на таске. А если оранжевый стоит под камерами, камеры подтверждают, то красный убивает в оружейке, спускается в ВО2. Вот и все. Через низ никто через щиты не бежал. Вообще-то убийца, он не пошел, он через люк прыгнул. А, на моих через глазах люк? Кто-то люк открылся. Я бы, если бы на миллисекунду впереди был, я бы увидел кого-то. А, я подожди, видел, ты как на скачивание пробегал данных? Через меня черный. Но я пошел в ВО2. То есть он Подожди. через низ бежал откуда-то. А килл на скачке данных? Нет. Килл в коридорчике между столовой. Окей, и камеры, 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 камеры. Блять, ладно. Че камера? Это и розовый может быть. Камера. Желтый. Желтый. Давай инфу. Ты что, видела под это? Я увидела только то, что белая выбегала из админки, и за ней бежит, а синий. Это все, что я успела увидеть. Больше никого на камерах не было. Заебись, бля, меня голосуете. Ну чё оранжевого? Я засейвил оранжевого. Или красного, я не... Блять, надеюсь, килла нет, я не заруинил. Ладно. Отлично, отлично. Еще раз, желтая. Что ты видела по камерам в стороне навигации именно? Ничего, я же говорю, на камерах никого не было, кроме этого питомца белой пришельца, ну, именно тарелки, и синего, который шел за ней. Окей, оранжевый. Почему тебя под камерами нет? Я на всякий случай
Вот еще какие-то меня, блядь, это пиздец. Я был под камерой, блядь. Можно было, если бы я записывал, блядь, это было бы видно, что я под камерой. Я же сказала, что я увидела только их, блядь. Ну смотри, смотри прикол. Я был на О2, ушел в навигацию, сделал таск, выхожу. Я стоял на половине коридора между, блядь, О2 и навигацией, ну, камеры может, горели. Ты не попадал. Может, как ты не попал, блядь? В обзор этой хуйни. Мы должны учиться. Мы должны учиться. Нет, уточка, ты говоришь, что чел прыгнул винты при коричневом. Знаешь, это следовательно, блядь, он не успел бы винтануться в навигацию. Тебе бы админка это не показала. Так, я понял. Нет, прикол в том, что я по админке вижу два человека в столовой. Я понимаю, это розовый и... Розовый и коричневый. Розовый и коричневый. Два человека в оружейке, а труп прям в оружейке лежит или где-то на проходе? Ну так я с навигации вышел, я никак не мог этот кил. Так я не видел тебя в навигации, понимаешь? Конечно. Ты что, прикалываешься, блядь, Салатовый? Я тебе вообще без шуток. Подожди, Салатовый, а ты видел двух человек в столовой на момент репорта? Да. Ну, не на момент. Каким образом, блядь, там, наверное, четыре человека было, если были розовые и коричневые. Нет. Ну, я же говорю, что там забежала белая, забежал потом за ней этот синий, вроде как успел забежать. Вот, получается, там был розовый, который репорт. Ой, пиздец, уточка нахуй. И там был коричневый репорт. А, коричневый репорт. Ну, короче. Смотрите, не скипайте, у нас... Окей, давай. Пиздец, короче, блядь, уточка нахуй. И админка нахуй, и камера меня не видели, пиздец. Так нет, не скипайте, в красного проголосуйте. Куда вы нажимаете кнопки? Слушай, почему ты против них, уточка? Объясняю, смотри, направо побежали оранжевый и черный. Это я видел своими глазами. Потом туда прибежал красный, розовый, бегали по кругу стола. Розовый встал на задание, красный побежал направо. По админке я справа вижу только двух человек оружейное, два человека там стоят. А оранжевый, возможно, был в проходе, потому что он бежал направо, но он бы где-нибудь фиксировался. И получается, красный просто был в оружейке и винтанулся. Из оружейки... Ты в проходе зарепортил? Да. Ты в проходе... Ходи за репортил, в ружейке два человека было. Мне кажется, ты видел люк и... Да, я 100% видел. Ты вкинул в красного. О, боже, зачем вы в меня вкинули? Вы хотя бы... Ладно, пруфов ноль. Нужно размутить меня просто. Кстати. Пруфов мне ноль. Там что-то, блядь, на зеленом пиздит. Ладно, похуй. Интересно, как интересно. Ой, извините.
Наконец-то убили кого-то. Труп на щитах. Труп на щитах? Желтый, у меня к тебе вопрос. Желтая. Алло. А ты... Можешь еще раз кил? На щитах. На щитах? Да. Ладно. Ну, ты че, я? После админки. Я побежала в саботаж, я его починила. А с кем ты была? А, ну, ко мне слева прибежала Алина. Алина. Блин, я не знаю, если труп довольно... Блядь, подожди, фиолетовый, какого хуя? Я зашла вместе с тобой практически на камеры, потом я сразу же вышла оттуда, пошла в мед, и ты выходишь из меда. Чё за хуйня? Чего? Если ты так долго что-то сходила, то не знаю. Блядь, бред какой-то. Не проморгала, скорее всего. Мне вообще показалось, что это винты, но хуй знает. Не, я не смотрела не, на люк. Не было винтов. Ладно. Кто на камерах стоит? Или кого сейчас не стоит? Давайте быстренько. Алин, ты сейчас где была? Алло, где алло. Была на данный момент? Что было? Я из сториджа прибежала к связи. Что это? Понял, хорошо. Фрай, ты где был? Ты на я сейчас по левой части поверху бежал, а тут все искал. Ага, а розовый? Розовый со мной был. А, ага. Там этот, у меня вопрос. Кто на камере желтый? Стоял? Желтый. Желтый на связи стояла. На связи? Да. Да. Типа, а откуда ты туда прибежала? С админки. С админки. Хорошо, и где оранжевый был? С электрики встал на админку, видел Алинку, шла в сторону да, админки. Это было. На оранжевый побежал в электрику с админки. Ну Фрай, а ты откуда пробежал? В левой части. Откуда левой? В левой части поверху бегу. Подожди, Фрай, ты не зарепортил. Вот твой маршрут. Вот твой маршрут. Ты я по везде бегал, я просто не помню. Я бежал по левой части, то есть нижнего двигателя, потом заходил. Да. Куда? Ну, наверное, вот перед репортом заходил. И кто да, заходил. Фрей, ты репортил со стороны связи снизу, да? Да. Нет, на щитах. Мне просто есть большое подозрение, что Фрай просто винтанул, убил, винтанулся. А, блядь, не было винтов, вам сказали же, не было винтов. А, как, да. Саботаж связи был. Саботаж правый связи был. Да, может быть, это во время саботажа было. Правые винты не знаю, но левых не было 100%. Это либо фиолетовый, либо желтый, да? Ну, на 7 не кикайте, ну, ёбаный в рот, на 7-то не кикайте, хуйнями занимайтесь сейчас. Серьезно. Да. Ну, я бы белого кикнул. Блядь, какого хуя? Ну я могу объяснить, почему. А желтый ты давно побежал на связь? Так у нас. Все, все, поздняк, давайте тихо. А ты идем дальше, Артила. У нас слабенький импостер, поэтому что нам? Задайте по бырику, делайте его. Розовый, синий, фиолетовый. Вова вылетел у нас, да, я так понимаю. Фиолетовый 100%. Ну, труп, скорее всего, на камерах, да, как я понимаю? Да. Давно труп, не? О, не, Алиночка. Подожди. Ну, это либо синий, либо розовый.
Но я думаю больше то, что это синий. Не, если труп недавно, то, скорее всего, это не розовый, потому что он внизу в хранилище в двери долбился, они были закрыты. Но если это давно, а если давно, то, может, он оттуда прибежал. Может, винтанулся и прибежал. По прошлому килу синий ты где был? Я сейчас объясню, почему. Ходи. Блять, а я не помню, где я был. По-моему, на камерах стоял или в админке. Короче, я что-то делал. Я уверен, что это был не Фрай, потому что Фрай находится, находился справа, и кил, я уверен, довольно быстро сделан был. Плюс я видел, как туда в камеры остается желтый. Оставался желтый, и туда бежал розовый. Фиолетовый побежал на саботаж, а розовый побежал на камеры. Вот почему я так думаю. Подожди, подожди. Нет, розовый, ты где был на момент прошлого килла? А, ну Рай, да. Поверь мне. Это правда. Блин, ну я бы вчетвером сыграл. Что-то ну можно отыграть, но у меня куча заданий. Не хочу сейчас скипать, тут непонятно. Тогда скипайте вдвоем, и у нас будет шанс. На фитах розовый находится со мной, а синий находится... Ну сейчас, первый прибежал розовый, за ним прибежал синий. Розовый, ты же с камер прибежал, правильно? Блядь, было бы хотя бы 5 человек, мы бы кикнули одного. Сейчас я хуй знаю. Откуда? Ну, блядь... Сейчас он просто врет и не краснеет. Нет, нет, нет. А куда ты пришел с правой части? Так. Куда? Нет, куда ты пришел с правой части? Блять, короче, не хочу начать. Закончить игру. Потому что розовый что-то говорит с правой части, хотя он долбился в хранилище. Я говорил, блядь, что он прибежал со правой части в новую хранилище. А я вспомнил прошлый раунд, я стоял на камерах. Просто фулл раунд. Розового кикой только что на кнопке убил чела, который нажал. Да я понимаю. Да, Розово, ты сейчас спалил с тем, что стоял в лектор, да. Блядь, и просто нихуя не делал. Блядь. А я говорил, блядь, что это розовый. Да, блядь, такой вброс дезинфы от зеленого, это просто пиздец. Чувак стоит на админке не может сказать, я сижу в О2. Себя. Это оранжевый был? Да, кстати, оранжевый. Да, а они фактически выиграли. Они выиграли практически. Мне 5 секунд не хватило. Да. Игра. Дверь бы хранили. У меня уже игра откдешилась. Я ждал, пока двери откроют, а 5 секунд бы меня игра поддержала, мы бы выиграли. Да. А ты не жестко вначале поставил, я уже смирился, что на кик, блядь. А чё? Дезинфа от Салатова, если я в муте сижу, и ты мне никакую инфу не даешь, то вообще чьи проблемы это? Стефан, привет! Привет! О, нас 10, привет! Всем привет! 3 секунды.